Как подготовить грядки для капусты? Что нужно сделать, чтобы земляника была сладкой? Для этого нужно сделать специальную хлебную подкормку. Как правильно посадить перец и томаты? Томаты нужно заглублять. Сколько воздуха нужно в теплице огурцам? И что такое луковое счастье? Маленькие и большие секреты для хорошего урожая. От опытного садовода Ольги Вороновой. «Лучки энд пучки» на телеканале «Усадьба».